Всем привет! Мы начинаем проходить игру Medium. Это польская игра, вышедшая в 2021 году. Позиционирует себя она как survival horror. Я так понял, что это помесь Silent Hill, Resident Evil. Что-то вот в этом роде разработчики вдохновлялись. Давай посмотрим. Новая игра. Прямо магия. Бабочка превратилась в стрелку. Отлично. Все началось с мертвой девочки. Убили ее. Кошмар какой. С самого детства я часто видел один сон. Конец лета. Девочка бежит через лес. Луна. Запах хвои. А потом выстрел. Зачем мне два стакана? Этот сон всегда казался таким реальным. Кровь у меня на щеке, холодный пот, остужающий кожу. Я убедила себя, что это все и действительно было. Это безболезненное воспоминание. Эту часть меня я сама не могла понять до конца. Но я немного в себе не понимала. Но я многого в себе не понимала. Неудивительно, что люди всегда называли меня странной. Хотя они не знали всей правды. День, когда раздался тот звонок, был худшим днем в моей жизни. В этот день я вернулась домой, чтобы попрощаться с отцом. Чтобы одеть его в последний путь. Костюм, галстук. Все просто. Он делал это каждый день. Но мне даже смотреть на его вещи было нелегко. Мне нужна была передышка, чтобы собраться с силами. Я почти собралась силами. Оставалось только найти его любимый зажим для галстука. Ну, у нас, в принципе, управление почти такое же, как в классических версиях Silent Hill и Resident Evil. Давай мы чуть-чуть аудио речь сделаем потише. Вот примерно так. А то тетя больно громко разговаривает.
Так, календарь какой-то. И чего? Я здесь должен что-то увидеть? Ладно. Выходи. Черт. Ага, и я рада встрече. Тут что-то комнат многовато. Но мне кажется, надо идти за кошкой все-таки. Это дверь из квартиры. Я понял. Кухня. Эх, кошака не покормили. Ключ от похоронного дома. Откуда у нее ключ от целого похоронного дома? Выглядит питательно. Не очень. Тут, по-моему, какие-то глаза маринованные. Тут рядом мидии стоят и фасоль. Я не знаю, но грязь на кухне, конечно, у тетки. Неряшливая. Она фотографией занимается? Надо же, все-то до этих до сих пор тут. Ох, Джек. Ага. Это не она фотографией занимается. Хм, кажется, про эту я забыла. Можно проявлять сейчас. Так, нужно проявить, ну, в общем, тут шаги, проявки, да? На 5 секунд что-то, 3 секунды, ладно. Будем действовать хаотично. Наверное, сначала положить надо. Вот так, потом включить свет. Я никогда не занимался проявкой фотографии, я не знаю, как это работает. Допустим. Не успела, теперь снимок передержан. Ладно, давай 5 секунд подождем. Раз, два, три, четыре, пять. Увеличенная фотография. А, по 3 секунды надо положить в каждую, наверное, да? Вот, допустим, сюда. Раз, два, три. Ой, не та жидкость, надо делать все по порядку. Так, я понял. Тань. Кладем вот это сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Раз, два, три. Слишком рано, нужно подержать подольше. Какой из... А, ну значит, этот все-таки правильный. Фиолетовый это правильный. Третий, значит, конечный. Допустим. Раз, два, три. Фотография в проявителе. Хорошо. Раз, два... Три, четыре, пять. Промытая водой фотография. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, шесть, допустим. Это был последний раз, когда я тебя снимала, Джек. Черт. Все, фотографии я надыбал. Ясно, понятно. Надо, может быть, ее повесить сушиться, как и все остальные. Я не знаю. Или положить ее в раковину, или, допустим, кошке в миску.
Кто знает, что задумали эти поляки. 1984. Интересно. Не очень, видимо, интересно. Вот как обычно, в играх какая-то проблема с зеркалами. Редкие игры могут похвастаться тем, то, что в зеркалах есть отражение чего-то. Как правило, они либо чем-то замазаны, либо просто разбиты. Так, ну, пойдем сюда. По-моему, рядом с кошкой какая-то зловещая музыка. Комната Джека, он как будто до сих пор... Черт. Он до сих пор черт? Награды какие-то. Джек состоял в профсоюзе «Солидарность». Его даже несколько месяцев продержали в спецлагере, но это не сломило его дух. Коробочка. О, Джек, куда ты его положил? Ладно, попробуем по-другому. Ага, активируем интуицию. Вон он, под часы ее спрятал. Что это такое? Вот ты где. А, это типа... заколка для галстука, да? Да, зажим, зажим. Не заколка. Немножко иначе называется. Все вроде? Ладно, теперь все. Джек ждет меня внизу. Подожди. Пора попрощаться. Я думал, что никогда не найду себе места в жизни, но Джек принимал мои странности. Я там чуть-чуть пропустил, но ничего страшного. Эй, кошка. Православные, слушай. Джек был скорбным, верующим человеком. Он владел похоронным бюро, а я помогала ему в работе. Мне нравилось быть полезной. Какие-то жуткие иконы. Дальше. Моя старая комната. Так странно оказаться здесь. С ней связано столько воспоминаний. Что-то мне сдается, что она очень любит бабочек. Да, я раньше их коллекционировала. Я заметил. Даже не знаю, почему мне это нравилось. Наверное, они всегда меня радовали. Поэтому их так много. Такая оправдывается, типа. Ладно. Бля, вот такие часы на такую маленькую комнату явно спать всей квартире не дают. Ребята из приюта. Не всем так повезло, как мне. Поэтому я часто их навещала. Играла с ними, заботилась о них. Слушала их. Это меньшее, что я могла сделать. Вот опять проблемы с зеркалами. Мне часто такие приходили. Своеобразные трофеи за подвиги. Грамоты за то, что я поступала правильно. Джек, конечно, не был им рад, но иногда не злился. А, но и никогда не злился. Теперь мне стыдно, что он из-за меня натерпелся. Это грамота со школы какой-то, видимо. Моя реликвия. В детстве я часто показывала ее людям, чтобы напугать их. Обычно добавляла что-то вроде «круто, правда?». Словом, вела себя как идиотка. А что это такое? Возраст 3 года. Какая-то информация. Плохо различимая. Вот, прочитать можно же. Карта пациента реанимации. Общая информация. Марианна. Фамилия неизвестна. Возраст 3 года. Пол женский. Первичный диагноз. Термический ожог пламенем. Торс верхней конечности 35%. ПТ-2, что-то. Ингаляционная травма. Уход и стабилизация. Первичная перевязка. Респираторная поддержка. Инфузионная терапия.
обезболивание. Пациенту проводится оксигенация высоким потоком до исключения отравления угарным газом. Но в записке написано не 35, в записке написано 45% повреждения. Если я правильно понял, то она то ли в пожар какой-то попала в детстве, то ли что-то в этом роде. И ее лечили медикаментозно, лежала в больнице. И она типа этим хвасталась, выписка из больницы. Наверное, так. Еще из той фотографии ясно, что она раньше была в каком-то приюте. То есть она сирота, а Джек, лысый мужик этот, он ее усыновил, удочерил. Не усыновил. Хотя, может быть, и усыновил, кто их знает. Очень похоже вот прям на убранство русских квартир годов, наверное, 90-х примерно. Прям такие ковры типичные лежали, паркет. Мы жили прямо над похоронным бюро Джека. Но это не так нагоняло тоску, как может показаться. Кроме того, именно благодаря этому я научилась пользоваться своими силами. Какими силами? Маркировка производные. Сохранение прошло, кстати. Очень печально, что тетя пока бегать не умеет. Я думаю, она когда-нибудь все-таки научится это делать. По крайней мере, очень на это надеюсь. Тут, наверное, домоуправительница какая-нибудь, бабка старая живет. Проценщица, как у Достоевского. Какая лестница кошмарная. Но подъезды прям очень похожи на русские. Русские, годов 50-х дома. Джек научил меня принимать эту особенность. Из всех моих приемных родителей только он решил, что это дар, а не проклятие. Похоронное бюро, последний путь. А чё они, прямо живут рядышком, да? Ехать никуда не надо. Ой, как удобненько. На больницу больше похоже. Мне кажется, сюда. Но давай чуть-чуть дальше пройдем. Да уж, это точно. Что точно? Граффити, подумаешь, кто-то нарисовал. Конечно, вандализм вопиющий. Но, по-моему, это все хорошо оттирается спиртом каким-нибудь. Делов-то. Рисовать дольше. Ключ. Пользуем. Джек в морге. А в качестве кого он там? Не, ну понятное дело, то, что он там работает. Это комната предварительной обработки, только для персонала. Ну, ладно, я на персонал вроде не похож. Я так, наверное, подмастерье. Только учусь трупами работать. Так, подожди, вот у креста можно что-то сделать. Здрасте. Ничего особого. Как обычно, куча записочек. Подожди, мы сейчас, наверное, попозже к столу подойдем. Пока посмотрим советский пошарпанный паркет. Много тут икон. Он сильно набожный, по-моему.
На возраст лет 50, я думаю. Так. Отчет о захоронении. Имя умершего. Адам Новак. Контактный телефон. Общая информация. Мужской. 76-й год. Место рождения Краков. Имя матери Ханна. Имя отца Станислав. Место работы или учебы. Студент университета. Состоял в браке. Дата смерти 99-й год. ДТП. Дополнительные услуги. Бальзамирование. Облачение тела. Смертный макияж. А еще цветы. Джек. Госпожа Новак принесла подтверждение оплаты, оно в шкафу. Роберт взял выходной в пятницу, так что нужно найти ему замену, Марианна. Так, ключики. Ну, подготовьте Джека к погребению и попрощайтесь с Джеком. Короче говоря, я даже знаю, в какую мне комнату. То есть что, мы сейчас будем труп мыть? Серьезно? У меня, кстати, прям в комнате работа. Надо попробовать с каким-то предметом это увидеть. Может ли она пользоваться своим видением? Предметы подсвечивать. Попробуем. То есть здесь уже ключ не нужен, да? Достаточно в первую дверь зайти. Что она там не уверена? Ну ладно. В чем-то она там не уверена. Галстук висит. Для которого я зажим искал, да? Подожди. Не надо пока ручки всякие дергать с трупами. Рановато. Кстати, еще немножко похожая игра на Tormented Souls, которая есть на канале. Кому интересно, заходите, смотрите. Игра пройдена. Игра отличная. Так. Здрасте. Привет, Джек. Ну тяни. А, это я должен это сделать. Я нашла твой зажим. Так, а где галстук? Я знаю, где галстук. Вот так вот. Объедините. Хорошо. Ну, так же, в принципе, как и... Карна, ты именно этого бы и хотел. В принципе, как и в Silent Hill'ах, у нас это было, некоторые предметы можно объединять. Да и в Резидентах тоже. Прям классика жанра. Я и не ждала, что это будет просто. Наверное, я вообще не знала, чего ждать. Когда такое случается с близким человеком. То ты словно выгораешь изнутри. То вот так. Теперь ты готов. А я? Это все, что она сделала, просто галстуком он навязала. Ну, точнее, даже не навязала, а просто надела и зажим поставила к этому галстуку. Подготовьте, говорит, к погребению. Да, великая подготовка. Думала, она его мыть будет. Ох, люди читать разучились, написано же, закрыто. Полтергейство?
Просто достаточно выйти отсюда. Оу, я вижу, как там кто-то стоит. Кстати, вспомнился фильм «Демон внутри» называется. А, мне не страшно, я все равно пойду. Потому что преломление света как бы должно быть немножко по-другому выглядеть. Открываем, что делать? Поднимитесь наверх. Что за черт? Так быстро все сломать. Ты тоже это почувствовала, да? Как она разговаривает? Тогда-то это и случилось. Как много раз до того. Именно в тот момент, когда казалось, что хуже уже стать не может. Альтернативная реальность. Где этот паршивый блокнот? Я могу опоздать. Марианна? Марианна, как девочка моя, ты плачешь? А, Марианна, девочка моя, ты плачешь? Я все хорошо, Джек. Ты не видела мой блокнот, милая? Память уже подводит. Старость не радость, да? Джек, тебе нужно отдохнуть. Оставь блокнот в покое. Ох, милая, но мне нужно столько сделать. Я не могу просто. Джек, брось, это все не важно. Ты плачешь. Что случилось, милая? И почему тут так холодно? Ох, где же этот проклятый блокнот? Тише, все хорошо, Джек, все хорошо. Моя славная девочка, моя Марианна, что бы я без тебя делал? Джек, не беспокойся ни о чем, тебе пора отдохнуть. Марианна? О. Эта операция меня тревожит, пока я буду в больнице. Ты уверена, что справишься? Да, Джек, все будет в порядке. Знаешь, когда-то я пообещал себе, что никогда не дам тебя в обиду. Никогда, пока я жив. Все будет хорошо, я обещаю. Будь осмотрительна, ладно? Да, Джек, а теперь тебе пора отдохнуть. Да-да, спасибо, Марианна. Люблю тебя, девочка моя. Люблю тебя всем сердцем с первой нашей встречи. Помни это, не забывай. Большинство людей отдали бы все за подобную возможность. За шанс сказать все, что не хватило времени. На что не хватило времени. Но мне от этого не делалось легче. Я была готова помочь хоть тысячи душ перейти в мир иной, но когда дело дошло до Джека, это оказалось ужасно больно. Я тоже люблю тебя, папочка. Раньше я считала, что все видят мир так же, как вижу я. Разделенным, разорванным надвое. Но нет,
Это видела только я. Вернее, это я так думала. Мы закрыты. В городе есть еще одно похоронное бюро. Могу дать номер. Марианна. Кто это? Ты не знаешь меня, Марианна, но я знаю тебя. Слушайте, если это шутка... Ты должна выслушать меня, Марианна. Так, все, я кладу трубку. Я знаю, что ты особенная. Что? Кто это? Меня зовут Томас. Мне нужна твоя помощь. Ага. Слушайте, если вам больше нечего сказать... Нет, я могу сказать еще многое. Не отвечу на вопрос, который мучает тебя всю жизнь. Но ты должна мне доверять. Доверять? Да я даже не знаю. Все началось с мертвой девочки. Что ты сказал? Дом отдыха Нива. Ищите меня там. Пожалуйста, свет. Его почти не осталось. Еще не совсем темно, но это ненадолго. Только ты можешь покончить с этим. Ты моя единственная надежда. Алло? Черт. Ну, тетя у нас как медиум, она может находиться в двух реальностях, и что происходит в одной, то и случается и в другой. Я так понял, что альтернативная реальность более важна будет. Какой-то странный документальный фильм. Ну, якобы документальный. Какие-то опыты, что ли, показывают над детьми? Медиум. Хотя, мне кажется, все-таки игра больше... с мистическим уклоном, чем с научным. И я отправилась в путь. Рвалась по первому зову, как какого-то незнакомства. Но я научилась доверять инстинктам, и что-то такое было в этом человеке, в звуке его голоса. Что-то смутно знакомое. Кроме того, похоже, он меня знал. Ну, по классике, главной героине, герою, кто-то звонит или записку какую-то малейшую фотографию присылает, и они сразу же срываются и едут к черту на край света, к черту на кулички, чтобы найти какую-то отгадку, ответ на загадку своей жизни всей. Клишированный довольно-таки сюжет. Партийный дом отдыха Нева. Я сразу же почувствовала, что с ним что-то не так. Ну, конечно, с ним что-то не так. Он немножко, это, заброшен. Лет так 20-30 назад.
Есть кто дома? Похоже, нет. Но как будто видно, что тут кто-то живет. Серьезно? Какого? Эй, Томас! Какой Томас? Она прям знает, кто здесь есть, кто здесь живет, и прям то, что его Томас зовут. Интересно, получается, ты приезжаешь в какую-то заброшенный до этот лагерь, что ли, или что это такое? А, дом отдыха. Приезжаешь незнакомый и сразу же заходишь и такой: «Эй, Томас, привет из Невы». Привет из Невы. Тебе бы тут точно понравилось. Тут замечательная комната отдыха для детей, бесплатные уроки рисования, очень много семей, сама гостиница просто огромная. Никогда такого не видел. Жаль, что ты далеко. Скучаю, Ф. Ф это значит Фантомас? Ладно, давай выбираться как-то отсюда. Дай-ка угадаю, замок можно просто по пальцам да сломать. Главные ворота были заперты. Нужно было найти другой вход. Почему она горит в прошедшем времени? Так. А способности ее нету почему-то. Которая... Да, не работает. Мне надо куда-то в лес зайти. Вот какая-то отворотка есть. А сюда никак. Блин, давай она уже бегать, а начнется. Научится, пускай бегать. Ну, пожалуйста. О, проход. Единственный. Значит, игра будет плюс-минус коридорная. С кучей комнат. Классика Silent Hill. Не хочешь пускать меня? Тогда тебе придется постараться. Это она сама с собой разговаривает или... Она слышит чей-то голос. Мало кто знал о Неве. Раньше этот дом был отдыха для партийной верхушки. Но затем он просто закрылся. И возникла городская легенда о резне в доме отдыха Нева. Детали разнились в зависимости от рассказчика. Свихнувшийся персонал, древние проклятия. Обычный набор. Меня наконец-то позволили бежать. Не очень-то информативная карта. Но вот здесь какие-то домики. Тут, наверное, жилые домики для посетителей. Причал, яхта. Вот это непонятно что. Это кресло как будто перевернутое. Тут тоже. Это, наверное, основной комплекс. Ладно, пошли. О, как она замечательно бегает. Зато не выдохнется. Будем радоваться мелочам. Профессиональный спринтер прям. Направо или налево? Так. И сюда можно. Но если катсцена пошла, значит там, наверное, тупик. У нее ожоги, кстати. На шее и щеке.
Мячик прикатился. Привет. Ага. Мне надо идти по следам. Тогда. О, кстати, вот область, которая подсвечивает она. Что это за памятник? Если мне надо идти по следам, значит идем в противоположную сторону. Дабы все осмотреть. Ужас. Какие же люди иногда сволочи. А потом удивляемся, что история ничему у нас не учит. В память о жертвах Второй мировой войны 1939-1945 сыновьям и дочерям Родины. Здесь покоятся павшие могилой, которой стала вся земля. Это общая могила? Ну, в смысле, братская? Так... Как-то она очень маловато и неухожена для братской могилы. Кстати, а если вот так бежать? Да. Можно зажимать две кнопки сразу и бежать. Исследуя по чуть-чуть по дороге все. Что-то меня камера немножко смущает. Иногда стану на себя чё? Т плюс К. 1968. О, подожди. Он тут какой-то след. Но она его ничего с ним сделать не может. Кстати, по классике Silent Hill'ов бежим за девочкой. За девочкой, за мальчиком. Во второй части Silent Hill'а бегали за девочкой, в пятой бегали за мальчика. Какой-то старый форт. Попробую войти здесь. Подожди. Надо сейчас смотреть все. А, тут... Ну, слава богу, чтобы не несколько проходов. Блин, тут ничего вкусного нет. А, вообще, кстати, да, вообще интересный вопрос. Будет ли у нас героиня что-то собирать? Ну, типа пистолет, патроны. Внимание, реновация приостановлена в связи с планируемыми археологическими раскопками на месте обнаружения останков. Хорошо. Понял, принял. Оп. Калисто протокол, ты или это? Разделение мира на двое всегда от чего? Что ж, если Миста хотела поведать мне историю, то мне не оставалось ничего, как выслушать. Ага. Теперь... Главное, косоглазие себе не заработать. Она может карабкаться туда. Ну слушай, в принципе, вроде как что-то, скажем так, немножко новенькое по геймплею.
Типа одновременно ты следишь за двумя экранами. Открытки для да, жуткие рисунки, новое знакомство. И чего? Скорее всего, с мячиком девочка. Это она и есть. Только в детстве. Тут закрыто. Фокусироваться на реальном мире. Мертв, как и все здесь. Эту штуку надо как-то запустить, чтобы она открыла ворота. Может быть, какой-то нож нужно найти, чтобы содрать вот эту вот... Я не знаю, что это. Пленка какая-то. Так, давай пройдем... Ну, прямо... Нет, прямо, наверное, не надо. Прямо это все-таки сюжетный проход, я думаю. Давай пройдем вот сюда немножко, посмотрим, что тут есть. Немного непривычно на самом деле играется, потому что, ну, этому месту было много лет, и оно пропиталось чужой болью. Неудивительно. Тысячи лет накладывают свой отпечаток. И взимают за это плату. Но даже в кромешной тьме может мерцать луч света. Одинокий, хрупкий, ждущий того, кто в нем нуждается. Все, ты наговорилась? Слава богу, что кнопки рядом расположены для двух реальностей. Что-то, мне кажется, мы ползем за каким-то ножом или что-то такое. Питав энергию, я задумалась, от кого она нам она там осталась. От солдата, умиравшего с именем любимый на устах. А может, радовавшегося для чего? Так а что, надо подержать? Непонятно. Ну вот, единственное, что я могу сделать, это поднести руку, и она ее сразу же отдернет. Как бы и все. С правой стороны у нее куртка стильная. Так. Что если мы вот так ее осмотрим? Ничего. Хорошо. Что если мы одного персонажа ставим тут, другого там? Нет, я не могу управлять ими по-разному. Если я нажимаю в одной реальности на одного персонажа, у одного персонажа действие, то и делает второй. Ладно, пойдем к выключателю, посмотрим, может быть, что-то там можно придумать. В любом случае, мне она могла пригодиться. Энергия всегда энергия. А, то есть она впитала энергию в руку. И тем самым сейчас запустит щиток, чтобы открыть его в обоих реальностях. Так, тут мне не пройти, пока не включу питание. Ну, классика. Когда ты существуешь в двух мирах, каждый из них влияет на тебя. Этому я научилась на горьком опыте. Удерживайте, нажмите, удерживайте это, чтобы накопить заряд для духовного взрыва. Отпустите, чтобы применить духовный взрыв. Ого, получилось так держать, Марианна. Мои способности.
Порой они доставляли мне немало проблем, но иногда от них была польза. А с другой... В другой реальности все равно толку от этого. Ну, как бы он не работает все равно. Ой, как удобненько. Хочешь духов мир тебе, хочешь реальность. Я существовала сразу в двух мирах, но ни в одном из них у меня не было настоящей жизни. Это называется биполярочка. Биполярное расстройство у дамы. Либо раздвоение личности. Ну и как правило, в таких ситуациях личность одна будет... пытаться подавить другую. Я думаю, так. Осторожно, огня опасно. Ладно. Сюда можно про... Нет, это коридор пока. Вот еще развилка. Вот туда можно. Ну тут тупик. Хорошо, подойдем. Ох, что с тобой случилось? То ли это скверна какая-то, то ли это трещина, как в горшке каком-то, я не знаю. На выстрел не особо похоже. Да, это тупик. Дальше никак. О, опять следы. Побежали. Так. Здесь тропинка. И здесь тропинка. Тут следов нет. Я думаю, так или иначе не должны... Вот следы. Давай в другую сторону пробежимся. Я думаю, так или иначе они должны меня все равно к одному определенному участку привести, обе тропинки. Тут, скорее всего, часто в игре будет дорога делиться именно на двое. Не на три, не на пять частей там. Только на двое. В принципе, потому что на этом вся игра построена. Какого черта? Ну да, действительно. То макаку так высоко посадил. Это издевательство над животными, я буду жаловаться в Greenpeace. Это тупик. Окей. Пока уже вот за сколько? За 50 минут уже два тупика попались абсолютно просто бесполезными. Так, я хоть не заблудился. Вот следы. Олень. Я немного дальше пробежал, чем надо. Ну, а тут поворот. Я сразу себе очень все подсвечиваю. Вдруг, если что-то нужно будет подобрать.
Что же ты такое, Нева? Аура этого места. Я сталкивалась с подобным, но здесь она была невероятно сильной. Это было целое кладбище воспоминаний, эмоций, не самых приятных. Ну, понятно. В общем, у нас дом отдыха, это засилье зла. Миллиардом комнаток, куча каких-нибудь историй. Ну, кстати, задумка вроде неплохая, если будет там разные интересные истории. Если будут неинтересные, тогда, увы. Нет, я добрался до тупика. Туманом все покрыли вот этим вот музычкой такой, это прям. Там Silent Hill. А, шум и радио. Не, ну что, я люблю Silent Hill. Это новые горизонты. Программа энергия Буран. Новый советский космический корабль готовится к взлету. Портативные спутниковые телефоны, будущие коммуникации, окончательная победа над оспой, главное медицинское достижение нашего века. Это понятно. Возможно, тут не я. Тут просто так стрелки нарисованы. Ну, не исключено то, что они будут потом открываться. Тут проходы, наверное. Привет, старина. Какой красавец делает на этой свалке? Подрабатывает спальни, судя по всему. Серьезно, тут кто-то спит? Сомневаюсь. Любимая, лето в самом разгаре, дом отдыха забит до отказа. Сама понимаешь, работа у меня по горло, но это хорошая и честная работа. Господин Рикович сказал, что я ценный сотрудник, представляешь? В этот раз я не подведу, обещаю тебе. Ф. Мы находим уже вторую записку от некого гражданина Ф. Я не знаю, что он тут забыл. Ну, понятно, в принципе, он тут отдыхал. Дом отдыха Нева. Открытие лета 69 года. Первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Владислав Гамулка посетил Краков и принял участие в церемонии открытия дома отдыха Нева нового досугового центра. Теперь рабочие малопольского воеводства смогут вместе с семьей провести отпуск на лоне природы. Главное здание и коттеджи оформлены с простотой и минимализмом, свойственными духу и философии социализма. Руководство благодарит господина Риковича, главного архитектора, будущего администратора и активного партийного деятеля, без которого строительство Невы было бы невозможным. К 25-летию со дня основания Польской Народной Республики. Ура! Ну, судя по тому, как подизносился памятник, да, я думаю, лет, наверное, 30 назад заброшенное здание. Просто я не совсем уверен. А, Джек у нас умер в 99-м. Да, ровно 30 лет назад. Войдите в гостиницу. Чего? Как найти эхо? Серьезно? Я на месте. Нет, тут определенно что-то есть. Поверьте, вы не зря меня сюда отправили. Да, это просто дело времени. Это странно.
Ну, кстати, в Советском Союзе, да, действительно, такие вот автоматы телефонные были. Когда их касалось, там могла ощущать, просвещать прошлое. Слова, образы, отголоски, эмоции. То есть я таким образом буду какие-то детали, да, подмечать для себя. С помощью улавливания эха какого-то. Ладно, посмотрим, как это работает. Ручка нужна. У меня ничего нет. Вариант, можно залезть наверх. Сейчас попробуем, я еще вот сюда в сторону пройду. Нет. Там ничего интересного по-любому не будет. Давай в центральную дверь сначала дернемся. Там замок, я вижу. Ау, есть здесь кто-нибудь? Там дети бегают, все нормально. Заперто. Ну, конечно, надо искать другой путь. Помешает ей взять просто что-нибудь. Кирпич какой-нибудь отвалившийся и треснуть в стекло. Кажется, там есть разбитое окно, вот только как до него добраться? Ну, столбу, видимо. Как обезьяна. Что ж, я уже наловчилась забираться на мусорные баки. А как в него попасть? Она-то наловчилась на мусорные баки забираться, но он же за стеклом. Скамейку взяла, размахнулась, и он бак мусорный. Треснула со всей дури, да и все, и всех дел. Чё-то пока никаких взаимодействий. Ну-ка давай вот сюда, все-таки добегу до конца. А раз уж я по ступенькам поднялся центральным. Ну тут нет ничего. Надо что-то думать. Теперь взаимодействие тут пропало. Как и здесь. Ручки нет, это я понял. Может, она как-то волшебно может притягивать со всей силы эти баки? Нет, не работает ничего. Не совсем понятно, что от меня хотят. На другую сторону. Может быть, откуда-то надо притащить лапочку. Какая идея не особо. Давай сюда. О! Может быть, я на верном пути. Классики. Будем прыгать. Я что-то чувствую. Что же ты чувствуешь? Ребенок прыгал, но... Вперед, назад, по классикам, ну и чего дальше-то? Конкретика. Чего она чувствует-то?
Кстати, вот можно туда, мне кажется, пробраться. Нет. Основное задание по-любому, но единственное пока что задание — попасть вот в этот дом отдыха. По взаимодействиям только два окошка есть. А, я туда заглядывал. Ну, давай сюда пробежим. Может, в мусорном баке она что-то найдет. Видимо, нет. Не знаю, давай попробуем еще раз сходить к этим дверям. Может быть, еще в телефонной трубке что-то скажет дополнительно. По идее, если я правильно понял, надо бы попасть в другую реальность. И второй теткой как-то вынести дверь. Возможно. Я на месте. Нет, тут определенно что-то есть. Поверьте, вы не зря меня сюда отправили. Да, это просто дело времени. Что мешает ей оторвать просто вот эту... Даже, по-моему, отрывать не надо. Взять эту телефонную трубку и ей разнести стекло просто в дребезги. Это дело одного удара. Вот есть след один. Угу. Они идут сюда, а что толку-то? Саживаться она не умеет. Кругу бегаю, а толку-то какой? Я, говорит, нашла, увидела разбитое стекло, но не могу подняться. Увидела бак, но не могу разбить зеркало, стекло. Что она вообще может тогда? Чем она хоть как-то раньше реагировала на вот этот баг, а теперь вообще ничего. У меня, говорит, ничего нету. Ручку надо найти. Но где ее искать? Помойки я видел две штуки. Еще как вариант, она на какой-нибудь лавочке может лежать.
В мусорных баках, но это нет, тут слишком много. Это иголка в стоге сена. Может быть, в машине что-то подходящее есть? Вот. Надеюсь, ты не против, если я пороюсь в багажнике. Я понял, наконец-то, что от меня хотят спустя 20 минут. Тут ничего нет, как это ничего нет? А, хотя вот это мне, пожалуй, пригодится. Черт, что за черт? Таланты. Погудели чуть-чуть. Дорогая, я дома. Что ж, великое ограбление бака 1999 года начинается. А, теперь мне отсюда бак надо тащить туда, чтобы залезть в окошко. А это какое-то... А, это просто именно здание для мусорок, что ли? Серьезно? Странные они. Тут, наверное, какая-то оранжерея все-таки была, а не мусорка. Нева, ты начинаешь меня доставать. Надеюсь, это будет не зря. Ну, конечно. Я могу как-то им управлять, но нет, наверное. Залезай. Welcome. Все, теперь, дорогая, это точно я дома. Ай, как небезопасно. Могла бы эти осколки ногой снести. То вдруг в жопу порежет. Если у него были серьезные ожоги. Кто-то шепчет мне в ухо прям. О, в ботинке есть что-то. Крики ужаса. Люди бегут в панике. Значит, это правда, резня в доме отдыха Нева. Нужно поскорее найти этого Томаса и убраться отсюда. А вот какого она Томаса звала. А, кто бы мог подумать, туфлю поднимаешь, а там просто какой-то апокалипсис творится. Здесь кто-нибудь есть? Томас, вы здесь? Какой год-то? 69-й. Так журналу 30 лет. Весна. Новости, информация и полезные советы для современной женщины. Колодцы предков. Новый детективный роман от Йоанны Хмелевской. Эксперт отвечает на вопросы читателей. 10 техник шитья модных юбок. Вау. Путешествуйте стильно, путешествуйте удобно. На Икаросе каком-то. Давай еще сюда заглянем. Это утенок. Польские легенды, Вавельский дракон, страница 4. Почему у меня выпадают зубы? Страница 7. Снова в школу, страница 9. Загадки и кроссворды, страница 10. И многое другое.
Ой, ужасы какие. Кошмарное чтиво. Так. Даже бассейн есть, я смотрю. На ресепшене колокольчика нет случайно? Томаса позвонить. Я думаю, он в этом отеле куда лучше меня ориентируется. Кстати, и карты пока никакой не давали. Я пока не знаю, это хорошо или плохо. Комната отдыха — самое безопасное место для ваших детей, Нева. Да, лет 30 назад, может быть. Ресторан Нева. Народный выбор. Не, конечно, лифты ни один не работает. Возможно, в альтернативной реальности, да. Но не здесь. Звезда Большого театра Вивьен. Партийный дом отдыха Нева. Что это? Записка от некого F. Солнышко, я знаю, что обещал приехать, но тут такое дело. Представляешь, меня повысили. Да-да, ты все правильно прочла. Я теперь начальник отдела персонала. Кажется, теперь можно начать новую жизнь с чистого листа. Теперь у меня будет свой дом. Ну и у тебя, конечно, и у наших детей. Понимаю, это все очень неожиданно, но ты только не представь себе. Понимаю, это все очень неожиданно, но только представь себе. Ой, F. Это Фантомас. Дай-ка угадаю. Я найду сейчас свой первый фонарик. Единственный. Если его кто-нибудь не пнет ногой. Эй. Томас? Томас в альтернативной реальности, что ли? Кто-то звонит в колокольчик. Я говорю, тут есть колокольчик. Спокойнее, Марианна. Это самый обыкновенный дом с привидениями. Успокойся и подойди к стойке. Да подожди ты, я еще иду. Да, хоть звонить, я занят. Регистрация в гостинице. Ковальский, Брунон, Смог, Галина, Маурио, Виктория. Блин, ладно. Да хватит звонить, я сейчас приду. А вот и мячик. Вездесущий. Я же говорю, девочка в альтернативной реальности. Где же еще быть? Ну, ах ты, привет, ты меня напугала. Хорошо получилось, да? А ты аж подпрыгнула. Ага. Я печаль. Марианна. Печаль? Вот это... Печаль — это твое имя? По-моему, ты вполне жизнерадостная. Ну, я помню только его. Друзья звали меня как-то по-другому. Но я забыла, как именно. Твоих друзей? Да, у меня тут было много друзей, но... Теперь их больше нет. С ними что-то случилось? Я не хочу об этом говорить. Ну хорошо, ты тут живешь совсем одна? Угу, ты не представляешь, как мне бывает скучно. Представляю. Раньше здесь, наверное, было
О да, куча народу постоянно приезжали и уезжали. Всегда было с кем поиграть. Наверное, было весело. Ага, но теперь нет. Ну, расскажи, что случилось. Я помню, люди перестали приезжать. Осталось всего несколько человек. Но и они стали очень грустными и злыми. Они могут тебе навредить. Спасибо за предупреждение, но я могу за себя постоять. Послушай, а ты не видела тут... Рядно. Что? Ты поиграешь со мной? Хоть немножечко. Со мной так давно никто не играл. Хорошо, хорошо, но сперва помоги мне. Да, конечно, Марианна. Но я ищу человека по имени Томас. Ты его знаешь? Дай подумать. Я слышал это имя, но вот где? А, точно. На третьем этаже. Давай искать там. Пойдем. Постой, я туда не пройду. Черт, надо как-то туда подняться. Согласен. Как-то надо подняться. Встретись с печалью на третьем этаже. Ну, естественно, я туда не попаду. А я не смутила то, что девочка немножко без руки бегает. О, лифт, может, все еще работает? В альтернативной реальности. Да слушай, он во всех реальностях работает. Во всех, так сказать, плоскостях. А, третий. Тут нету третьего этажа. Давай на второй хотя бы. А, ну. Печаль. Жаль, что я не знала ее настоящего имени. Ну, черт, не кипятись, Марианна, сделай глубокий вдох и... И тыкни куда-нибудь. Нажмите, удерживайте Б, чтобы выйти из тела. Мысли. Ага. Вот она что. Ладно. И теперь вроде надо что-то нажать. Вот и распределительный щиток. Нужна энергия, чтобы подать на него питание. А, давай какую-то типа алтаря какого-то поищем. Надо поторопиться. Согласен. Вон алтарь. Выход из тела. Это похоже на прыжок в ничто. Если я, если чересчур задержаться там, я тебя может затянуть. А, это на время, короче, дается. У меня фигура исчезает моя. Я худею. Силы увядают. Ай, быстрее. Так от меня сейчас почти ничего не останется, пока я добегу обратно. Я зарядился? Проверим. Да, я зарядился. То есть, если у нее вот эти вот чешуйки на левой руке горят, значит она заряжена, да? Оп, свет дали. Здрасте. Здрасте. А куда я доехал?
Это нужный для меня этаж? А, тут тупик. Это первый этаж. Ну, в принципе, я хотя бы осмотрюсь тут. Картина известного во многих странах художника Ричарда Тарковского. Впервые в доме отдыха не вас. 14 по 30 июля 82 год. То есть он присутствовал в самом расцвете отеля тут. Да, это первый этаж. Он закрыт. Ну, я хоть осмотрел хотя бы его. Я тут лут все-таки ищу. Я ищу, что можно подобрать, собрать. Типа пистолет какой-нибудь. О, итак, куда она делась? Ничего не понял. Расположение комнат. Ну, по идее, единственное расположение, которое, ну, комнаты, с которыми я могу взаимодействовать, они мне просто подсветятся и все. Что, никак? Подожди. Вот проход же. Где-то тут должна быть какая-то точка в одной из реальностей. А, вот коридор. Но я не управляю персонажем. Что это? Жук. И чего? Подожди, там, наверное, печалит одна рука и сидит. Я понял, мне назад. Да, что там? Полный щит. О, дьявол, не знаешь, не знала, что я так умею. То есть у меня есть какой-то духовный щит еще. Так, тут мне не пройти. Я не знаю, что для этого нужно. Но это нужно в альтернативной реальности искать. Так. Нажмите, чтобы выйти. У меня время пошло. Что это должен найти? Ключик. Угу. Все, можно возвращаться. А, но еще давай пройдем уже до конца посмотреть, что тут есть. О, гадость, похоже на плоть. Я думаю, в той комнате я должен найти что-то какого-то, что-то вроде какого-то ножа, я не знаю, разрезающего двери. Давай быстрее зайдем. Оп. Ну, тут вроде спокойней. Ладно. В комнату мы зашли, Томаса мы найдем чуть позже. А сейчас будем закругляться. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.